Долговые проблемы Испании стали одной из центральных тем встречи в Вашингтоне. В МВФ опасаются, что после Греции, Ирландии и Португалии настала очередь Испании обращаться за международной помощью. Впрочем, министр финансов уверен, что страна справится своими силами. Против внешней помощи выступают и испанцы, считая, что таким образом они станут заложниками международных кредиторов. У Испании достаточно собственных ресурсов, и мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши дела. И мы верим, что правительство сможет победить кризис при помощи эффективных мер. Нам это абсолютно не пойдет на пользу, потому что мы должны будем платить высокие проценты. В конце марта правительство Мариано Рахой одобрило сокращение госбюджета на 27 миллиардов евро. Власти предупреждают, быстрых результатов ждать не стоит. Однако международные инвесторы склонны сомневаться в успехе реформ и все меньше доверяют испанцам. Банкам.